Лиза Эктова, 8 лет, Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели, вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощанье песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтобы защитить от ужасов фашизма права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны, начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт.